Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Мои хорошие, продолжается мастер-класс по мастер-классу Светланы Волкодав «Мираж». Напомню вам, что спонсором этого замечательного проекта является большущий гипермаркет для рукоделия Леонардо. И я очень благодарна менеджеру этого магазина, с которой я общалась, это Инесса Павлова, которая любезно предоставит мне еще пару моточков этой ниточки Альпина, с которой произошел вот такой неприятный момент. То есть моточек был бракованный. Мне очень было приятно. Причем я не писала в этот магазин, не жаловалась. Я как-то хотела решать сама эту проблему, как-то докупать, что-то комбинировать, чтобы спасти проект. Но вот моему удивлению не было предела, когда я на почте увидела письмо от Инессы, где она сказала, что она видела мое крайнее видео, извинялась дико перед производителем, что такое у них впервые, потому что ниточка проверяется на фабрике, у них, видимо, есть специально обученные люди, которые следят за качеством нитки, посещают фабрики и проверяют, как эта ниточка производится. Поэтому, мои хорошие, я очень рада, что ничего, никаких телодвижений мне не придется делать. Я дождусь эту посылочку, то есть мы продолжаем, все хорошо, не расстраиваемся, не переживаем, проекту быть. И еще, кто следит за моим творчеством, вчера я оставила пост во вкладке «В сообщество» по поводу ниточки «Шелковый блеск». Мои хорошие, я эту ниточку нашла в магазине «Леонардо». И она там по очень привлекательной цене. Она стоит 190 рублей у них. И это всего лишь в 10 рублей разница между тем, между той ценой, которая на фабрике. На фабрике этой ниточки сейчас нет. Видимо, в магазине старые запасы, поэтому бегом в Леонардо, ищем производителя «Троицкая фабрика» и ищем эту ниточку «Шелковый блеск». Там много оттенков. Я в посте написала, что их всего 5. Оказывается, если вы нажмете на кнопочку «Искать в магазинах», то есть это интернет-магазин, и там всего 5 оттенков. А если поискать в магазинах, кто живет в Москве, или те люди, у которых есть Леонардо в вашем городе, то можно найти эту ниточку гораздо в большей палитре. То есть не 5 оттенков, а больше. Это такое небольшое отступление. Очень, думаю, приятное. Итак, а мы сегодня продолжаем. И мы сегодня будем вязать вот эту левую деталь. Можете как бы задержать видео и прочитать, что здесь написано. Я распечатала это все. Прошу прощения, все никак не выздоровлю. Сейчас я вам покажу схему, во-первых, и расскажу, что я изменила. Как я вам говорила, вот это вот расстояние в 78 сантиметров по выкройке этого джемпера меня не устраивает. Здесь, скорее всего, нарост 1,80 м, то есть на большой рост. И я не хочу такую длинную, такой длинный джемпер, это у меня тогда получится уже платье. Я решила сократить вот здесь расстояние. Не 49 сантиметров я провязала вверх, а давайте сейчас померяем. По-моему, у меня, чтобы не быть голословной, 37 сантиметров. Сейчас я померю и вам скажу точно. Да,
37 сантиметров. Поверьте на слово, потому что в камеру не помещается. Итак, я провязала вверх 37 сантиметров. И сейчас мы будем вот здесь вот делать прибавку на рукав. 4 сантиметра уйдет для того, чтобы выйти четко на прямую линию вот здесь вот. Поэтому 37 плюс 4 это 41 сантиметр у меня будет вот здесь. Ну и потом 24 сантиметра это рукав. Здесь я ничего не буду менять. Здесь меня все устраивает. Таким образом, уменьшив расстояние вот здесь, я естественно уменьшу длину самого джемпера. Это самая длинная его часть. Итак, давайте обратимся к источнику. Как это будет делать... Как это делала Света Волкодав. Я немножко здесь изменю, но у вас есть выбор. Пожалуйста, прочитайте, что написано в мастер-классе. А здесь написано, ну, провязать вверх 49 сантиметров у меня будет 37. У вас тоже здесь может быть другая цифра. А дальше читаем. Сделать прибавление на расширение рукава с левой стороны. Ну, она у нас, я не знаю, левая будет или правая. Это не важно. С левой стороны в каждом ряду. Так, помещается. Сделать прибавление на расширение рукава с левой стороны в каждом лицевом ряду. Один раз по 5 петель. 3 раза по 10 петель. Тем самым вводим в вязание еще один раппорт косы. И дальше 7 петель изнаночные и 7 петель планки. Я сейчас вам еще покажу один рисунок, чтобы было вам понятно. Далее вязать прямо на высоте 24 сантиметра, закрыть 68 петель для горловины, остальные 90 петель перенести на другую спицу для закрытия плечевого шва по методу с двух спиц. Но это будет позже. Сейчас я вам покажу еще одно фото, чтобы вы понимали. И я здесь буду делать по-другому. Вы сейчас можете себе запомнить вот этот текст, остановив видео или сделав скриншот, потом увеличивайте или как вы там будете делать. Вот. Я буду делать несколько по-другому. Поэтому у вас есть выбор. Либо вы будете самостоятельно вязать, как предлагает автор, либо вы будете делать так, как я буду делать я. Это ваш выбор. Итак, для наглядности я показываю вам еще один рисунок, чтобы было понятно и все у вас уложилось, как этот свитер выглядит, так скажем, с высоты птичьего полета, то есть сверху. А вот наша деталь, ту, которую буду вязать я. Неважно, вот она вот эта или она вот эта. Это вы можете потом менять. Вот сейчас мы находимся вот здесь. То есть я довязала здесь вот расстояние меньше. И мы будем сейчас увеличивать вот сюда вот эти петли. Но повторюсь, я это буду делать своим методом. Сейчас мы будем увеличивать петли для подреза вот здесь. А потом я наберу воздушные петли на спицу. Не буду, отойду немножко от мастер-класса. И введу таким образом дополнительные петли. Мы потом посчитаем точное их количество. И я вам скажу. И будем вязать уже прямо рукав. А потом мы либо свяжем перед. Наверное, так будет правильнее. Потому что спинка здесь просто вяжется прямо. Видите, здесь петли не... как просто по прямой. И по схеме, по выкройке узора они тоже по прямой. Хотя мне хотелось бы все-таки вот здесь вот хотя бы пару сантиметров сделать окат вот здесь, хотя бы прямо закрыть ниже для выреза, для проймы головы. И я, скорее всего, так и буду делать. То есть не по прямой закрывать, а немножко здесь тоже сделаю округлый вырез. Вы, повторюсь, у вас есть выбор,
как говорится, выбор хорошая штука. Итак, вы увидели, как выглядит джемпер сверху, потом вяжется вот эта коса, отдельно пришивается, но это ладно, не буду пока грузить этой информацией. Пока вы увидели, сейчас будем делать вот это прибавление петель для рукава. Итак, первая прибавка. Сразу хочу сказать, что я буду делать прибавки по-своему. В начале ролика есть, как это делается из источника. Сейчас. Так что у вас есть выбор. Итак, моя первая кромочная. Еще раз показываю. Вот рабочая нить. Первая петля, мы ее сняли. Дальше идет изнаночная. Вот здесь в начале ряда я увеличу на одну петельку, провязав из нижнего ряда лицевую. А дальше все по рисунку. То есть вяжем до конца ряда. Если нужно сделать перекрещивание в основном рисунке косы, мы его делаем, не забываем, как это делается. Есть мастер-класс. Я сейчас делать эти перекресты не буду. Сейчас скажу, какой это. По-моему, в предыдущем ряду я сделала перекресты. И вот моя первая прибавка. Прибавили одну петлю, мы провязали ее лицевой. Сейчас край у нас пойдет лицевыми. Мы будем вводить в вязание еще один раппорт нашей косы. Прошу прощения. Короче, дальше все по рисунку, ничего сложного. Идем до конца ряда, возвращаемся изнаночным рядом тоже по рисунку и нашу эту петельку, естественно, с другой стороны, с изнанки, провязываем изнаночной. Итак, это изнаночная сторона. С этой стороны мы прибавили одну петлю в начале ряда. Теперь по изнанке вяжем по рисунку. Это вот наши 7 крайних петель. 3, 4, 5, 6, 7. И вот она, это наша прибавленная петля. Ее мы провязываем изнаночной, чтобы с той стороны она стала лицевой. И наша кромочная с накидом. Провязали изнаночный ряд без прибавок. В этом следующем ряду делаем такую же манипуляцию. То есть первая снимается накидом, провязываем из крайней петли лицевую, следующая опять лицевая, и дальше 7 петель изнаночные. И все то же самое, идем до конца ряда, возвращаемся на изнаночной стороне. Эти петли у нас будут лицевые, а вот эти уже две прибавленные мы провязываем изнаночными, чтобы с этой стороны они были лицевыми. Итак, я еще провязала ряд, увеличив на одну петлю, то есть у меня здесь получается прибавлены уже 3 петли. Сейчас я нахожусь в изнаночном ряду, вот я показываю вам. Эти петли у нас 1, 2, 3, 4, 5, 7 должно быть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, вот они.
И эти это петли, которые мы увеличивали. Вот их должно сейчас быть 3. Раз. Они провязываются изнаночными, потому что с другой стороны они нам нужны лицевые. 2, 3. И по идее вот эта петля кромочная. Но что я хочу сделать? Я хочу использовать этот накид, который был в кромочной, провязав его, тем самым еще увеличив на петлю этот ряд. Но провязывать я буду изнаночной скрещенной, и последнюю петлю я провязываю изнаночной. Итак, запоминаем, что у нас здесь прибавилось в итоге 3 петли, наш накид и наша кромочная. 5 петель мы прибавили. Я сейчас расскажу, к чему я все это говорю. Если мы посмотрим на вот этот рисунок, мы сейчас находимся вот здесь, добавив вот здесь несколько петель. То есть у нас 21 петля нам нужно добавить, это раппорт косы, потом 7 петель, которые у нас идут между косой, и 7 петель это вот эта планка, вот она у нас, и плюс 1 кромочная. Значит, всего получается, что нам нужно добавить 36 петель. 21, 7, 7 и 1 кромочная. Но мы уже добавили 5 петель. Значит, 36 отнимаем 5. Получается, что мне осталось добавить 31 петлю. Смотрите, что я буду сейчас делать. Вот моя ниточка. Не вот так, поскольку ряд изнаночный, а вот так. Будем добавлять 31 петлю. Раз. Как бы от себя сделали петлю. 2, 3, 4. И так 31. Пять, шесть, семь и, короче, 31. Итак, набрали 31 петлю. Что мы сейчас будем делать? Мы будем вязать сначала вот эту планку, потом наши 7 петель, которые между косами, и саму косу, петли для косы. Итак, кромочная, потом 5 изнаночных, 2 лицевые, поскольку мы находимся сейчас в лицевом ряду. Первый ряд здесь наших петель, таких импровизированных, он будет сложный, но нужно сделать. Итак, первую снимаем. Это кромочная. Дальше у нас пошли петли планки изнаночные. Провязываем 5 изнаночных. Девочки, сделайте, пожалуйста, это сами, потому что мне здесь крайне неудобно это делать в камеру. 5 изнаночных провязываем, 2 лицевые. Итак, я сделала это за кадром. Повторю, что я сделала. Кромочная, 5 изнаночных, 2 лицевые. Это планка. 7 изнаночных это петли между косами, 21 изнаночная это 21 лицевая это петли
рапорта косы вместе с теми нашими прибавленными получилось. И дальше все вяжем по узору. В этом ряду у меня ряд перекрещивания, то есть я буду здесь вязать вот эти вот перекрещивания на косу. Дальше все вяжем по узору. Итак, мои хорошие, посмотрите, что у нас уже получается. Я вывязала вот немножко, провязала, это уже у нас идет рукав. Здесь получается, я отошла от мастер-класса Светланы Волкодав и сделала очень такое незаметное практически закругление. Кто хочет вязать по мастер-классу от Светланы Волкодав, пожалуйста, там есть весь материал в начале видео. Я делала прибавки чуть-чуть по-другому. И вот таким образом мы вяжем вверх вот дальше 24 сантиметра. И я решила, что вот эта часть, сейчас вот отойду, чтобы вы видели полную картину, это будет у меня спинка. Спинка, ее правая часть. Если мы посмотрим на публикацию в журнале Мод 627, то вот эта часть у Светы, она с левой стороны находится. Она у меня будет находиться с правой стороны. То есть я поменяю местами немножко. Почему я решила так? Потому что, ну, во-первых, вот так вот связалась планка с этой стороны. В принципе, можно пустить ее и на левую сторону, как в журнале. Но я не хочу так делать, потому что, ну, во-первых, это начало вязания, еще набивалась рука. И я хочу пустить эту часть на спину. Все зависит от того, как вы выберете. Пожалуйста, решайте вам. Лево-право. Это все здесь как конструктор по вашему желанию. Итак, что мы делаем дальше? Провязываем 24 сантиметра вверх, это рукав. И дальше нужно будет закрыть петли для горловины, вот здесь для выреза горловины, а вот эту часть петель оставить открытыми на спице или на дополнительную спицу, их собрать. Мы потом будем соединять две части методом трех спиц. Уже есть, кстати, на канале этот мастер-класс. Скорее всего, я оставлю ссылку, и показывать одно и то же как-то, ну, нет смысла. Как это делается. Поэтому будете обращаться к тому ролику, когда мы до этого места дойдем. Что хочу сказать. Вот посмотрите, мои хорошие, обработанная часть полотна. Она не стирана. Это просто я брызгала, я уже говорила вам, из распылителя водой. Вот посмотрите, как она лежит. Да? И вот необработанная часть, вот вы видите. Тут более выпуклые косы, неровные петли. И самое главное, что здесь другой размер. Поэтому я вам советую, чтобы проверить, попадаете ли вы в размер, попадаете ли вы в выкройку, нужно обязательно хотя бы вот таким способом побрызгать полотно, чтобы убедиться, какое же оно будет после ВТО. Видите, какая трапеция пошла? Вот здесь расстояние взять, и вот здесь расстояние взять. То же самое будет и с рукавом. Теперь, что хочу сказать по закрытию петель. Как я уже говорила, я вот здесь вот немножко сделаю все-таки. По мастер-классу там все прямо. Закрыть какое-то количество петель вот здесь. Сейчас мы еще раз посмотрим, какое. И потом вот эти петли оставить открытыми для закрытия методом из трех спиц. Я вот здесь вот, скорее всего, может быть, не буду тоже закрывать. Но сделаю небольшое, как бы оставлю эти петли открытыми. Провяжу вверх вот отсюда где-то, сейчас мы к выкройке обратимся, сантиметр, наверное, сантиметр полтора. И вот в таком состоянии оставлю эту деталь. Думаю, что я
объяснила понятно. А потом вот эти петли и петли с малой части, которая свяжется, мы будем уже, зачем их закрывать, если можно сразу с открытых петель вязать уже резиночку, а там посмотрим, может быть, ложная кетлевка будет, это все нужно пробовать, нужно смотреть, как это будет. Сейчас я вам покажу про то, как я оставила открытыми петли в кардигане «Восток» и как это получилось, просто напомню. И вот здесь вот эта спинка у нас, я не закрывала петли. И по вот этому погону я здесь тоже петли не закрывала. И потом из этих открытых петель я вязала резинку. Но здесь без кетлевки, потому что здесь такой рисунок. В принципе, можно было и на таком рисунке сделать. Ну, в общем, как сделала, так и сделала. И очень удобно получалось. То есть из открытых петель, вот по погону, по спинке, сейчас поверну, и спереди я также делала, вот здесь вот открытыми петли оставляла. Единственное, что я добирала вот здесь вот несколько петель, когда делали вырез горловины, и здесь все вообще квадратно было, то есть немножко провязав вот это расстояние вверх, чтобы сделать вот этот вырез. Я вот здесь вот, конечно, по боковому краю добрала несколько петель из полотна. А так все петли были открытыми, и очень удобно было вязать вот эту резиночку. Мне, в принципе, вот нравится этот способ, поэтому, скорее всего, в «Мираже» я буду делать так же. Я петли закрывать не буду. Вот, давайте еще раз посмотрим на выкройку. Это вот, значит, наш рукав, неважно с какой он стороны, повторюсь, что здесь можно менять лево-право детали. Мы будем вязать сейчас 24 сантиметра вверх, и потом вот здесь вот эти петли мы оставим. Я вообще все петли оставлю открытыми, вот, но по мастер-классу здесь вот эти петли оставляются открытыми, а петли для выреза горловины закрываются. Я сделаю немножко по-другому. Во-первых, я вот здесь вот провяжу вверх, ну, сделаю вот так вот, вот. То есть провяжу вот сюда, оставлю эти петли в покое. И вот здесь 1,5 сантиметра обратно поворотными рядами провяжу, чтобы сделать все-таки не прямо спинку, а сделать немножечко, так скажем, окат для горловины. И все петли оставлю открытыми, что с этой стороны, что здесь. И, значит, дальше вяжем. Я провяжу такую же часть для переда. И единственное, что тогда на части переда я покажу. Там нужно будет немножко по-другому сделать, конечно, вырез побольше для горловины. В принципе, ничего сложного, абсолютно ничего сложного нет. И у вас есть выбор. Вяжите либо так, как вяжу я, либо вяжите четко по мастер-классу. Тем более он у нас есть в наличии, и мы можем выбрать, что нам подходит больше. Ну а пока вяжем 24 сантиметра вверх, и дальше приступаем вязать такую же часть переда. Единственное, что впереди, если у нас вот эта планка находится слева, то в части переда мы будем ее делать, естественно, справа. Вот сейчас покажу вот эту схему, чтобы было понятно. Вот видите, вот допустим, вот здесь как у меня будет, вот это будет у меня спинка. И вот эта планка слева. Перед мы будем вязать, если вот так перевернуть, допустим, вот это перед, то право, то справа у нас будет идти планка, а потом все то же самое. Ну, естественно, здесь вырез горловины немножечко мы изменим. Так что вот, мои хорошие, не буду я томить вас долго, потому что ждать, когда я закончу этот все это провязывание, очень долго. Я знаю, что многие из вас вяжут эту красивенную красоту.
вяжем. Если кому что непонятно, задаем вопросы, не стесняемся. Ну, а я на этом буду с вами прощаться. Вот такая еще раз полюбуйтесь осенью за окошком. Поднимаем немножко глаза, отрываемся от вязания, гуляем в парках. Ну, а на этом мастер-класс я буду заканчивать. Я вас всех обнимаю, люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.